Привет, друзья! Посмотрите, что здесь есть у нас. Своя маленькая Венеция на нашем замечательном острове. Видите, вот такое здание старинное. Он называется «Маленькая Венеция». Жаль, что за сеткой. Сетка, наверное, от птиц. Вот так вот смотрится. Внизу журчит вода. А здесь такой маленький мостик. И на эту сторону вот под арку тоже стекает вода. И здание, в котором мы сейчас с вами находимся, сейчас называется арт-галерея. Покажу вам его тоже. Ну вот, так как это арт-галерея, видите, тут есть такие интересные штуки. Я не знаю, может, вы видели, я вот первый раз вижу. Вот такие вот ожерелья из разных нарезанных тканей. Из разной нарезанной ткани. Их очень много. Каких хотите расцветок. Смотрится довольно оригинально. Вот, видите. 8 фунтов такая штучка. Красивая. Вот такие вот кораблики, посмотрите, сделанные. 80 фунтов. Люди придумывают. Вот здесь еще такая посуда, видите. Это тоже ручная работа. 23 фунта, 31 фунт. Каждая тарелочка. Вот посмотрите на эту штуку. Вот такая вот вазочка, сплетенная из каких-то ниток. 47 фунтов. С ума сойти. Вот еще малюсенькая такая. 42 фунта. Это называется, знаете, ручная работа, да? Вот какая-то сумочка. 36 фунтов. Это просто я вам показываю магазинчик при вот этой арт-галерее, где все ручной работы и все стоит довольно дорого, как вы видите, да? 20-40 фунтов. Вот такие керамические хендмейк кружки. 42 фунта. Цены, конечно. Вот какой-то типа набора или пораздельно можно покупать. 110 фунтов вазочка. 16-15 фунтов кружки. Вот опять кораблики, сделаны из дерева. 80 фунтов. Вот такие веселые ведьмы. Ручная работа. 59 фунтов. Одна штучка. Вот здесь такое кафе опять. Ну и так как это арт-галерея, вот видите, продаются вот такие вот картины. 120 фунтов. Бери любую. Это опять другая веранда с другой стороны. Вид на эту маленькую Венецию. Домик напротив, видите? Вот так это все красиво. Это река Медина. Ее маленькие протоки во все стороны. И вот здесь такая веранда. Здесь, как обычно, утки, лебеди, чайки. Люди кормят на той стороне набережная. Это город Ньюпорт, друзья. Вот там долфин, дельфин, отель.
Вот дом этой галереи. Так смотрится. Вот здесь сейчас еще только готовится какая-то новая выставка, галерея. Видите, пока еще она не открыта. А с этой стороны вот такой театр. Сейчас зайдем, покажу вам. Очень специфический театр. Очень маленький, камерный. Вот видите. А здесь происходят какие-то спектакли. Но это, вы знаете, по-моему, типа народного творчества что-то. Очень маленькая такая территория. Маленький зал. Вот, одноуровневый театр, здесь же зрители, здесь же артисты выступают. Видите, как мало кресел. Ну и вот галерея небольшая, какой-то арт. Композиции, даже не знаю, что вам сказать по этому поводу, потому что мне это абсолютно не нравится. Ну вот так вот это выглядит. Это все на продажу. Любую картину можно купить. Вот эти тоже. Они типа папье-маше. Эти фигуры сделаны. Вот. Вот такие фигуры из папье-маше. А вот эта вот прелесть стоит 175 фунтов. Вот эта прелесть стоит 210 фунтов. Она, видите, такая объемная. Из бумаги папье-маше. Вот такие композиции. Не знаю, кому может это нравиться, но не мне. Вот такие композиции. Эти еще дороже, 400 фунтов. 300 фунтов. Вот там в конце Адам и Ева. Вот эти Адам и Ева 500 фунтов, друзья. Вот это сумасшедшая какая-то картина. 300 фунтов. Вот такая объемная тоже картина. 375 фунтов. Вот эти все из бумаги фигуры. Они объемные. Вот видите. Они объемные. Вот. Покупай, не хочу. 300 фунтов. Вот такие вырезанные тоже из дерева. Из бумаги, то есть, извиняюсь. Вот эти вот фигуры все вообще... Ну, не знаю. Может быть, надо, конечно, иметь большую фантазию, чтобы это нарисовать или сделать. Но я вот как-то абсолютно это все мне не близко. Вот такая малюсенькая галерея. Понравилось, пишите отзыв. Я имею в виду, вот здесь книга отзывов. Понравилось, напишите, закажите. И вам все это с доставкой на дом исполнят. Ну вот такое еще кафе здесь. Здесь музыкальные вечера проходят. Видите, вот там стоит пьяно. Это такая танцевальная площадка. Видите, музыкальная. Каждый вечер. Вот здесь даже такая детская лошадка украшает это кафе. Вот стойка бара обычная. И никого нет. Ну и вот на всех стенах этого кафе выставлены картины на продажу местных каких-то знаменитых, известных художников. Известных или неизвестных, ну вот.
150 фунтов любая, как я вам сказала. Вот так это все здесь происходит. Видите? Ну вот оно название этой галереи. Видите? Art Gallery. Здание ее, конечно, абсолютно ничего из себя не представляет. Какое-то странное довольно. Ну, вот так это все выглядит, друзья. Ну и вот за углом этого здания продолжается этот один из каналов реки Медина. Так как этот уже город Ньюпорт, то здесь она, видите, в таком неприглядном виде. Вот так. Вот вдоль реки еще попадаются кафе с открытыми столиками на улице. Сегодня прекрасный день, солнечный, как вы видите. Гулять одно великолепие. Вот так он выглядит внутри, этот паб опять. Довольно все живописно, интересно. Опять по-разному все. Ну вот, тем не менее, видите, здесь какие-то оборудования со старинных лодок. И вот такая стойка бара. Вот при входе такие рули. И большие, и маленькие. Штурвал называется. Штурвал корабля. И музыка каждый вечер. Зазывает людей. Ну, как-то опять огромное пространство. Людей мало. Но очень колоритно. И штурвалы эти практически везде, какие хотите. Здесь компас. А нет, это барометр. Барометр. Вот еще красивое такое. Огромный штурвал. И звучит специфическая музыка, по-моему, шотландская, да? Вы посмотрите только вот этот угол. Какой живописный. Может быть, конечно, к сожалению, в темноте вам не видно. Но это вот... Это... какие-то птицы. Картины старинные. Вот такие шикарные кресла. Столик опять сделан штурвалом. Вот еще такой живописный камин. Посмотрите, полюбуйтесь, как он опять красиво оформлен. И даже бутсы водолаза. Тяжелющие, неподъемные бутсы. Какие-то старинные фонари. И каждый кусочек этого паба, он выглядит специфически. Посмотрите, как красиво. Вот такие бочки с пивом. The Queen. God bless her. Это называется «Благослови королеву». Господи, благослови королеву. А здесь вот видите даже челюсти какой-то огромной рыбы. И вот еще челюсти. Это еще крупнее. Это челюсти акулы. Shark. По-английски акула. Вот такая картина Нельсон, Ватерлоу, написано. С кем он, не знаю. Вот такой вот паб, друзья. И выходим опять на веранду. Вот такой шикарный паб старинный на прощание вам, друзья, показала. Это мы сегодня гуляем в Ньюпорте.
Надеюсь, вам понравилось мой небольшой обзорчик. Всего вам доброго, друзья. Пока-пока.